Доброго времени суток, друзья, вы на канале Hard Reset on Fire. Перед нами Oppo Find X3 Lite. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе поменять приложение по умолчанию. Для этого, зайдя в настройки, выбираем пункт «Приложения», или же, точнее, «Управление приложениями». Нажимаем здесь «Приложение по умолчанию». Видим браузер, главный экран, звонки и так дальше по умолчанию. Можем выбрать любое другое приложение. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.